В состав бригад Красного Чума войдут специалисты из Санкт-Петербурга. Это стало возможным благодаря сотрудничеству округа с правительством Санкт-Петербурга в сфере здравоохранения. В начале декабря по приглашению Игоря Кошина в округ прибудут врачи. Санкт-петербургские медики проведут осмотр населения со 2 по 5 декабря этого года. Готовность выезда медиков в Ненецкий округ подтвердил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. В своем письме в адрес главы региона он сообщил, что для обследования взрослого населения приедут ревматолог, эндокринолог, сосудистый хирург. Для детей прием будут вести невролог, эндокринолог и травматолог-ортопед. Обследование и оказание медицинской помощи планируется проводить на базе Ненецкой окружной больницы. Этот вопрос сейчас прорабатывается управлением здравоохранения совместно с окружной больницей.